Nu, spēle izvērtās grūta. Liepājas komanda spēlēja ar pirmo numuru, pārliecinoši kontrolēja bumbu. Mūsu uzdevums bija spēlēt disciplinētā aizsardzībā un meklēt iespējas pretuzbrukumos. Principā nevar teikt, ka mums bija ļoti daudz izdevības, bet vienu no dažām retajām izdevībām izdevās realizēt. Paliekot mazākumā izdevās nospēlēt pietiekami disciplinētā aizsardzībā un neļaut pretiniekiem viegli pārvarēt mūsu komandas pretestību. Un, nu, principā pretinieki vairāk vai mazāk, bet vārtu gūšanas momentus ieguva pēc standarta situācijām otrajā puslaikā. Nu, kaut kur lieliski nospēlēja mūsu vārtsargs Marks Bogdanovs, kaut kur veiksmi bija mūsu sabiedrotā, ka pretinieki neguva vārts. Nu, mums izdevās, man šeit ļoti skaists vārtu gūms Kozlova izpildījumā, un es domāju, ka, protams, ka diez vai šis te rezultāts līdz galam ataino to, ko, ka šobrīd no, šodien noritēja uz laukumu. Protams, ka mainīja komandai bija pārsvars, teritoriāls mums kontrols pārsvars, arī momentu daudzuma pārsvars, bet futbola uzvar tā komanda, kas iesit par vieniem vārtiem vairāk nekā pretinieks, un es domāju, ka šodien mēs lielā mērā tikām algot ar uzvaru, pateicībā par mūsu smago darbu uz laukumu, jo viss komanda centās, un es esmu ļoti priecīgs par rezultātu, un vēl vairāk es esmu priecīgs, ka komanda parādīja īstu cīnītāju raksturu, un šo sezonu varbūt pat var teikt, ka pirmo reizi mums izdevās, teiksim, pret favorītu komandām izcīnīt uzvaru un panāks jau pozitīvu rezultātu, pateicoties ļoti smagam darbam. Starajā problēma naša насыщенную оборону. У нас проблемы вскрыть. Опять в очередной раз пожалуюсь, что нет высокого нападающего. Внизу обыграть мы не можем. Завязываем. Слишком много защитников, слишком много нападающих. Как будто моменты были. 2-3 момента выскочили один в один, не использовали. Елгава дождалась своего шанса. И в очередной раз мы наказали себя за неиспользованные моменты. Немножко ребятам бы пожелал меньше себя в футболе любить, а любить футбол. Больше любить футбол. По самоотдаче пример был здесь на поле, как Елгава боролась, защищалась, стелилась. Где-то у нас это не хватает все-таки. Не хватает, хотим на мастерстве. Команда возрастает, очень опытная, да, но без самоотдачи один опыт, я повторюсь, ничего не дает. Ничего не дает. Абсолютно. Надо бороться, биться, свои моменты реализовывать более качественно. Поздравляю Даниса с победой. Очередной урок для нас. Сейчас небольшая пауза будет. В чемпионате у нас 11 числа только. День-другой отдохнем и переходим на двухразовый. Опять аккумуляторы у нас совсем пустые, все. Где-то через не могу, мы уже не можем. Мы уже тяжелые. Выпускать более молодых ребят в эту битву, скажем так, еще рано. Не выдерживают они этого и не могут показать того результата, который от них ожидаем. Тянем на старом багаже. Посмотрим, что будет после паузы. Надеюсь, что мы восстановимся все-таки. Результат на табло. Добавить мне больше ничего. Максим, вопрос на тактически удивил сегодня? Нет. Нет. Это наша проблема. Я скажу так, в чемпионате очень много команд, которые против нас так играют. Да. И то, что мы не можем скрыть эту эшелонированную оборону, это наши проблемы. Ну, еще он играет, не входит, да, но все-таки у него пауза такая, видите, он эти 2-3 игры, которые он сыграл во время, с поломанным пальцем играет человек, да, выходит на поле, старается, ну, конечно, практику и тренировочный процесс ему не достает еще. Будем подтягивать. Сейчас как будто уже все, палец у меня зажил. Но опять сегодня он вышел еще. Не готов к серьезной борьбе, да. И из-за того, что мы ставим его вперед, ну ясно, что
верхний мяч, только он у нас может сыграть, больше из нападающих, а у нас всего их Консулс, Камиш и Ковалявскас больше нету. Они вверху не играют. Единственная была надежда, что, может быть, Каунс что-то выиграет вверху. К сожалению, не пошло, но выскочил, должен был забивать. Кто больше виноват за забитым мячом? Мяча тренер виноват. Тренер всегда виноват, но на поле. Но я не хочу афишировать. Здесь моя вина. Позиционная ошибка была. Кто там это? Ну, вы все видели. Это старые ошибки наши. В таком возрасте нельзя допускать таких ляпсов. Продолжение следует...